Если получится плохо, будем репетировать еще раз. Поэтому я хочу, чтобы у нас все получилось с первого раза. Договорились? Отлично. Отряды, внимание. На линейку, посвященную открытию первой оздоровительной смены. Шагом марш! Все ребятки, плотнее, плотнее, ближе к друг дружке становимся, чтобы мы все поместились. Еще плотнее друг дружке, ребята, еще плотнее, не поместимся. Подвигаемся, подвигаемся, подвигаемся. Воспитатели, двигайте своих детей, не стойте, не смотрите, как это делают. Светлая страна, где под сводом солнца встретились друзья. Руки вверх подними. Руки вверх подними все. Вместе в унисон крикнем дружно. Лагерь! Еще громче! Три. Эй, всем привет! Это Сава Семитков, лагерь Горизонт. Сегодня первый день. Здесь вообще сегодня никого нет. Никого, никого. Маленькая страна, там большая, я туда заехал. И сегодня приехал, завтра будет понедельник. Завтра будет 29 число, день рождения Натальи. Пойду в корпус, посмотрю, как там с ним, что стало за это время. И это дневник лагеря Горизонт. Подключайтесь, смотрите. Круто всем. Спасибо Ире за комнату. Комната на данный момент. День готовы. Некоторые, большинство в принципе открыты. 11. Свет. Одна лампочка. В туалете. Отлично. Дезик. Думаю, кстати, баллон еще, с которым пользовался. А вот мои две кроватки. Сделать по-грамотному. Трубочка. Еще не оставлял. Так что отлично. Понедельник, день первый или день второй, но относительно недели день первый. Небо затянуло очень сильно. Фардашковичем показывает, что, наверное, будет дождь в 12 часов, сейчас 11 утра. Походил, посмотрел, закрыл окна, чтобы не поразбивались. Шишек нападало вечером, ветер очень сильный. Иду обратно в корпус. Буду сериал смотреть. Доброе утро. Будем ждать продолжения дня. Отожжем для вас обмаз.